Судьба Ирины Безруковой складывалась непросто. Оставшись в раннем возрасте сиротой, она сумела воплотить мечту о творческой профессии в жизнь. Помимо съемок в кино, на телевидении и службы в театре, актриса активно участвует в социальных проектах. Безрукова в свои годы остается по-прежнему прекрасной. Актриса, отметившая 55-летие, словно сумела остановить время. Но одно дело фотографии в Инстаграме, которые почти все звезды ретушируют перед публикацией, и съемки на телевидении, где правильно выставленный свет творит с лицом чудеса, и другое – честные фото из реальной жизни. На днях Ирина представила собственную автобиографию. Актриса пришла в московский дом книги на презентацию своей книги «Жить дальше». Присутствовавшие в зале поклонники звезды, как и снимавшие ее крупным планом фотографы, смогли воочию убедиться. Ирина действительно выглядит как минимум на 10 лет моложе своего возраста по паспорту. Безрукова пришла на презентацию в модном черном свитшоте с вышитой летающей тарелкой на груди. Волосы она уложила мягкими локонами. Эффектный макияж подчеркнул ей естественную красоту. Легкие морщинки у глаз только добавляют актрисе шарма, а в остальном ее лицо выглядит безупречно. В жизни Ирины было немало трагедий: смерть сына Андрея, предательство мужа Сергея Безрукова. О печальных и счастливых моментах своей жизни актриса рассказала в автобиографии. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.